Вот, кстати, зря, что BSG свой офис не афиширует. Вот эти GSC, которые Stalker делают, они, значит, свой адрес афишировали, они выпустили трейлер Stalker 2, и им там топовые блогеры Stalker скинулись и привезли кучу пиццы. Либо BSG не хочет пиццу, либо что-то еще. Либо им не пиццу привезут. Судя по тому, что Никитка читает про себя периодически. Ой, у меня лагает мне все. Мне его жалко бывает просто. Представляю, сколько он всего отвратительного читает про себя каждый день. Ну да, да. Блин, чат что-то лагает. Походу перезагружать надо. О-о-о. У меня есть стойкое ощущение, что добраться до безопасного места и придется мне перезагрузить. А что-то как-то какой-то лагерь. А, ну давай вот тут тогда как. Да не-не-не, побежали как-то... дальше, побежали. Там папочки, вот это вот все. А потом раскидываю тебя опять. Димон стоит еще. Да он демон какой-то. Че он стоял, кстати? Когда совместка с Рейдоком? Когда Рейдок этот очнется? О, кстати, я придумал ловушку. Дверь не надо закрывать вот эту. Да. А типа делать вид, что тут никого нет? Да, 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 это ловушка. Или после катки будем перезагружать. Не знаю. Токсик с оглы. Катка пока началась так же, как прошлая катка была. Кто-то бежит. Кто-то подбегает. Ну, наверное, с моего будет с третьего. Со второго, господи, с третьего. Прямо что-то я лох, я натопал. А это бот был? Не-не, это игрок, минус. Просто бот орал или нет? Да, он орал, да. Так, у меня то ли ствол завис, то ли что-то еще. Да, у меня, короче... Так, я тут в туалетике посижу, отдохну немножко, у меня зависло. Ловушка-то сработала, получается? Да, ловушка сработала. Но он с другой стороны, кстати, бежал. Ура! Щупай своего пацана. А что, ты его не трогала даже? Нет, я сидела в засаде. Чтобы не шуршать. Ты опять жрёшь? Ну да, приходится есть, потому что много потерь. Колюшься, что ли? Да, я колюсь. Ну да, колюсь, колюсь. Но я использую только разрешенные вещества. О, блин, да парень-то жестко заряжен. Логерс. Ой, блин. Там, походу, какая-то фигня, а не патроны, но... ПТ-хи, что ли? А возможно, он кого-то разлутал, не знаю. Тебе чем-нибудь дать вкусненькое? А что там осталось? Я подъем. Ну я могу скинуть... Не надо. Вот это. А потом... Да не, это много места занимает. Че это вообще такое? А, не, мне не нравится. Это М1 или М2? М1. М1. А, ну ладно, М1 я заберу. Так аж полная вся. Ты специально подстроил? Да нет. Да-да, ты все туда сложил и мне отдал. Да, не-не-не, это не так было все. Это indestructible, indestructible. Я не думал, что я спрошу, но у меня есть водка.
Две? Одна. Ну, надо две. Блин. Чат, где фотку как искать? Как выходить будем? Взад, вперед. А, так нам же куда? На общагу? Да, или на эту самую, на заправку. Ой, тут же медсумка стоит. Кстати, я тут проверю, что у нас там настройки. Это что-то в прошлый раз мы как-то так пошли, и что-то сразу же бабах-бабах-бабах-бабах, больно. А стреляли где? Стреляли? Да кто-то перестреливался два раза еще и закончили ее, еще фиг знает. Понятно. Ну, значит, идем на этот, на общаги. А, это за КПП я стреляю. Дима, Дима, мы туда бежим, Дим? Да, 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 да. А ты где? А я уже это, там, где суицидник, вот этот в контейнерах выход. А, понял, ну я по дороге бегу. Это заправка. А вдруг это Решаловские? Ну, может быть. Мне показалось. Походу, это да. Это заправка. Да, я там решало, там решало, там решало, он внутрь побежал. Внизу граната моя. Понял. Тут просто по нему кто-то работает, я не вижу кустов много. Там два или три человека. Не ослепили. Это моя граната. Не ослепил. Там, короче, два или три человека работают, решало. Заправки. По тебе? Я в кустах сижу за железкой. На территории, прямо там, где скорая такая, там, там чел. Убило одного. Еще я один надеюсь, там есть. Нет, 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 я далеко. Вот это глушеное что-то стреляет. Это мое, это мое. А, это твое. Там еще было глушеное и Мосинка. По-моему, ты масиниста убила. А в самом в заправке решала. Он тебе по квесту, да? Ты у меня на железке ходишь, да? Да, 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 да. Все, то я триггерюсь на шаги. Мне по квесту, да, ну. Сейчас я потрошки закидываю тут в кустах. Я вот рядом, в кустах. Угу. Понял. Вот шурку. Все, я готова. А, да, слышу, слышу. Не увидела, где он стрелял. Ты жива? Да. Он пробегает вдоль забора. А это сзади прилетел. Это он... Ты другого стреляла? Я стреляла там у забора и, по-моему, убила. У забора так. Убила. Или это ты убил, я не знаю. Не-не-не. Прилетел откуда-то сейчас мне сбоку, сзади. Это он, получается, обижал, потому что я его убил. Значит, либо это еще один. Кто-то прибежал, мне кажется... Я не знаю. Или это он и был. Блин. Чат. Мне просто показалось, мне там текстурка какая-то, я по ней стреляла, оказывается, пацан убегал. Ну ладно.
Так, ну мне в этом рейде больше нечего делать. Меня там, наверное, даже можно не разлутывать, а тупо в кустах лежу. И под меня накидать просто все, что есть. Так, ладно, я мне все равно... все-таки кажется, что это разные пацаны, нет? Это я не как понял. Он так быстро перебежал? Ну как-то вот я слышал, что кто-то шел по забору, и этот чел вроде бы шел по забору, но я... А, блин, я не слышал. Мне кажется, возможно, их все-таки двое тут. Даже трое получает. Одного ж я забрала. Ну да, да. Да, блин. Бедный дикий. Актерам озвучки реально ломали ноги. Чат. Что делать? Как Иру поднять? Может, морфием? Понимаешь, я чувствую себя индеструктаблом. Дестрактаблом. Который опять впереди себя пустил Иру, Ира умирает и типа теперь приходит, всех разлутывает. Пошли глянем того парня. Почему? Блин, он так не выбрасывается нормально. Мне нужны гранаты. Нет гранат, да? Какое же у Твикстерии добрый чатик. Сразу стал долбанной пустокрысой. Чё? Холод на лабу ходил? Нет. Дарфет, рад. Я там индеструкта было позвала. Ну, хорошо. Зря, что ли? Да не, не, пускай будет. Решала какой-то бешеный, не?
понял? Ебать его! Офигеть! Чат, отходим назад, сейчас будем фармить патроны. Может, гранаты есть? Я бы гранату бы туда. Дай гранату хоть. Ну чё ты жмешься? Берется как загнанный в зверь угол. Загнанный в зверь угол, да-да-да, так и напишем. Убитой рукой, конечно, такое себе, но... Слушай, извините, куда деваться? Что? Ты опять случайно нажимаешь? Да, наверное, случайно нажимаю. Там Indestructible сидит в дискорде повыше и плачет. Я иду. Что, убил Решалу? Да, но он какой-то дикий просто. Ты что думал, киберспортсмен так-то? Не, ну он дикий, ну, ему за его зарядили этими опять ППшкой. Дима, как так? О-о-о. Ты должен был защитить меня и позволить мне это сделать. Я старался. Убить всю свиту, всех чувакашников. Холодвор, как известно, поэтому... По своему обыкновению. Ну давай, там он очень долго лутается, я не знаю, долго еще будет? У него вроде рядом выход. Да не ЗП долго. 10-11. Да мне мешают. Давай, мочи! Дикий, ну ёб твою налево, ну что ты делаешь, ну? Там внутри черт, короче. Там внутри черт, ну, я не знаю, как он там прыгал, короче. Челобот еще. Махал. Спасибо тебе большое. Спасибо за 550. Противично. Апачки. Холод. Оптика. Выстрел со соседней карты. Все, как я люблю. Твою мать, их несколько.
Один здесь по железу, второй где-то там вдали. У тебя чувака там душу дым? Пилобота. Один где-то уже бегает вот тут. Два или три их. Один уже где-то вот здесь бегает сейчас, на территории. Один контролит дверь. Один где-то прям тут рядом. Блин, аптечек не взял еще. Это другой. То есть там-то СКСник пушил. Это какой-то фенфал, что ли? Во время. Да тут не во времени дело. Так, у меня стимуляторов нету никаких на... Нет, никаких. Да я знаю, что были аптеки на всех жмурах. Не, я понимаю. Так, все, мне залечить одно кровотечение. По-моему, даже кровотечение хватит залечить, потому что кровотечение это 60. А там получается... О! Знакомая разгрузка.
О. План следующий. Надо выходить отсюда через открытую дверь. Пытаться как-то так, ну потому что типа по-другому. По-другому никак. Рубильник, да, рубильник прожали. Ну где чел может сидеть так, чтобы я его не видел? Чтобы он по мне мог стрелять. Забора. Так. Патрон заряжает. Не у забора он был. Вот в этом кусте, просто его не было видно. Ты думал, я тебя не переиграю? Ты думал, я тебя не уничтожу? Я тебя переиграю. Маэстро на холодосе получается? Да, маэстро, маэстро смог. Чел запаниковал, он побежал. Я услышал просто этот. Если бы он сделал бы на месте, я, возможно, бы, ну, начал бы там мансить. Уходить надо, получается? Кому? Мне. Ну, я еще минуты две буду или три выходить. А, ну ладно. Ну, что поделать, профессионал. Что поделать, профессионал, там снайпер. Профессионал на холоде, кстати, видели, как я чуть-чуть не умер? Это я, да. Так, по-моему, кровотечение не остановил, да. Фары врубай, вафел! Нехороший вы, блядь, человек! Давай, мочи! Ой, ну тебя. Уф.